это Копланд. Как дела? У меня для тебя работа. Коп, ладно, давай. Постараюсь выкроить время. Конец связи. Сент-Джон вызывает Hot Springs. Такер, слышишь? Да, Дик, я здесь. Так, я на месте. Там, где в последний раз видели девушку. Походу, на них тут напали фрики. Если девушка была здесь, вряд ли она жива. Если жива, найди ее. Отбой. О, черт, фрики! Как тебе? Посмотрим поближе. Лом. Thank you.
Что тут у нас? Ну, должна же она быть где-то здесь, так? Бедняк прямо на части разорвали. Роуз? Роуз Аллен, так? Нет! Нет! Тихо, тихо, тихо! Я тебе не враг! Видишь, я не с этими ублюдками! Нет! Нет! Да я помочь пришел! Я Такер! Стоп, стоп! Я же сказал, я пришел тебе помочь! Нет! Ты от нее! Ты из ее лагеря! Нет, нет! Мы с Такер... я так, на вылазке хожу! Меня морили голодом! Я не подчинялась приказам, и меня перестали кормить. Это рабочий лагерь, там все должны работать. Я не прислуга. Я не вернусь туда, ясно тебе? Лучше уж тут умереть. Ладно, ладно, успокойся ты уже. Как знаешь. Пригодится.
Такер. Дикон Сент-Джон. Дикон Сент-Джон вызывает Аду Такер. Дик, ты ее нашел? Да, Такер, я нашел ее. Она возвращается. Что? Ты отпустил ее одну? Ну, она взяла байк одного из бродяг, заявила, что сама доберется, отказалась от помощи. Ты обалдел, Дик! Надо было ее проводить! Ты чего, Такер? Что не так? Она может не захотеть вернуться? Нет, конечно. Просто такая девчонка, как Роуз. Да она же не понимает, с чем имеет дело. Не знаю, может, как раз понимает. Отбой. Пригодится. Нет, не сюда. Движется. Сборище насильников, воров и убийц. Что вы тут делаете, а? Новую жертву себе высматриваете? Надо перезарядить. Черт, кто-то попал в ловушку. Нужно помочь. Помогите! Помогите мне! Сейчас я тебя вытащу. Ты хочешь тут сдохнуть? Слушай, рядом есть лагерь. Лагерь? Я пойду. Куда? Скажи, куда идти? Иди в сторону трехпалого Джека. Найди курорт Соломея. Поговори с Алкаем Тернером. Он поможет. Спасибо, что не бросил меня.
Я бы точно погиб. Я бы ни за что не выбрался. Спасибо. Скажи им, Дикон, Дикон Сент-Джон, держись подальше от дорог и беги. Не переживайте, я вернусь и доведу дело до конца. Бензин. Вот так. Порядок.
Черт, снайпер! Как нарочно! По мне, паскуда!
Вроде бы это все. Старый. Да, отличная была идея. Рыть братские могилы и свозить сюда все эти трупы. Thank you.
Получил! Прилягу ненадолго. Нормально. Эй, ты не отвечаешь по рации? Да. Не знаю. Эй, стой, стой. Все нормально, нормально. Просто
Пытаюсь, короче, просохнуть. У тебя жар. Башка раскалывается. У тебя жар. Нет-нет, я просто устал. Короче, жди здесь, лежи, что-нибудь придумай. Да не нужна мне нянька, расслабься. Черт. Давай, давай, соображай, думай. Иди сюда, покажу тебе, что ты ищешь. Я уже нашел. Ну все, хватит, соберись. Я весь собран. Так, вот это называется лавандула ангустифолия. Лаванда? Ну, я еще плачу студенческий кредит, так что мне ближе латынь. Угу. А так лаванда. Ну, правильно, зря что ли бабло платил. Так, дай-ка мне руки. Значит, одной рукой берешься за цветок, ясно, а другой рукой за стебель. Ага. Да, вот так. А потом медленно тянешь. Ну, я умею грядки полоть. Извини, но это тебе не сорняк, тут надо лаской. Ну, тянуть-то можно. Да, но очень нежно. Ты готов? Ага. Давай. Вот так, отлично. Ага. Что-то воняет твоя лаванда. Так, ладно, ты подержи, а я еще соберу. Так, почему лаванда? У нас лаборатория на ушах стоит. Ребята вроде как нашли подвид с мутировавшими монотерпеноидами. Они производят измененный линолол, который... Это прям охренеть информативно. Спасибо, Эйнштейн. Извини. В ней есть вещество, из которого можно синтезировать лекарства для ожоговых больных. Там, откуда я родом, лечится только одной травой, которую надо курить. Бухарь знает одного парня, у него тут рядышком своя ферма. О, прекрасно. Бухари упекут за решетку и тебя с ним заодно. А что вы еще делаете? Небось, всякое там химическое оружие? Нет, нет, нет. Ну, по крайней мере, не я. Да? В контракте прописано. Мои разработки не могут быть использованы в военных целях. Смотри, тут еще есть. Нет, стой. Да ладно, вода же теплая. Стой, да стой ты. Что такое? Да нет, я не про кофточку. Ну, в чем дело-то? Долгая история. Ну, ничего. Можем погулять. Я люблю гулять. Ну, расскажи мне про свои растения. Серьезно? Ну ладно. Например, вот это адвентивный вид. Ты ждешь вопроса. Несвойственный данной местности. За это скажи спасибо Огдену. Кому? О, черт, я спросил. Питер Скен Огден, первый исследователь этой части Орегона. Он и другие первооткрыватели всегда брали с собой в походы лекарственные травы. Некоторые они обронили, и теперь они растут здесь, в основном на берегах маленьких озер и прудов. Первый белый исследователь. Ого, надо же. Да ты борец за политкорректность. А ты напрасно ведешься на стереотипы о байкерах. Мы вообще душевные ребята. Ага. У нас в клубе есть несколько черных братьев. Ты знаешь, я здесь вообще цветных не видела с тех самых пор, как приехала в ваше райское захолустье. Да, Джек специально пригласил пару ребят из Сакраменто, просто чтобы постебаться над скинами. Да ладно. Шучу я. Джим мой старый приятель. Я сам его принял в клуб. Мы с ним вместе служили. Загляни как-нибудь к нам в клабхаус, я вас познакомлю. Он тебе понравится. С юмором чувак и делает убойную маргариту. Мне в понедельник уже с утра надо быть в лаборатории. В 10 ровно мы уже будем в твоей постели. О, ну как тут можно отказать? Попробуй сам пособирать. Ты хочешь, чтобы я нарвал тебе лаванды? Ага. Принеси мне 3 штуки и смотри, не раздави. О, не, я точно раздавлю. Ну, хватит. Одна есть. Поздравляю. Это она? Да, молодец. Последняя. Ага, неси сюда.
Оу. Для тебя. Боже мой, не перевелись еще рыцари в Фервале. Ну, а чего рыцарей зря переводить? Эй, ну вот, помял. Ну что, мы хоть потом-то это скурим? Нет, мы потом это выпьем. Я делаю убойный травяной чай. Забористый? Так, короче, заходи ко мне в гости, я тебя угощу, если подбросишь до дома. Идет, договорились. Тебе точно понравится. Вот только пивка мне прихватим по дороге. Чего? Только соображаю. Ты что-то сказал? Мне Сара тут кое-что показала пару лет назад, до того как... В общем, в этих местах растет цветок один, лаванда называется. Он бывает в тени, на берегах рек, озер, воды, короче. Попробуй найти. Я сейчас на что угодно соглашусь. Но нахер лаванду. Достань лучше что-нибудь покурить. Короче, я раздобуду эту хрень, приготовлю из нее мазь, и ты заткнешься. Понял меня? Да, ладно. Извини, я просто потихоньку с ума схожу. Не волнуйся, Бухарь. Мы поедем на север, я тебе клянусь. Уже скоро. Слышишь? А, отбой. Дик, на связи? Скучно было. Я подумал, смастерю-ка что-нибудь. Заскочи, как сможешь. Тебе понравится. Бухарь, спасибо тебе. Я заеду.
то, что надо. Хорошо. Эй, Бухарь, я... Да чтоб тебя! Тут такое дело, я вспомнил, как несколько лет назад мы с Сарой были у Барыкрик, собирали лаванду, и... Она научила меня делать мазь. Я сегодня выходил. Ясно? Прошел по горе, проверил капканы. Рука, считай, как новая. Ладно, я просто оставлю это здесь и... Ты дай мне пару дней. И двинем на север, как и хотели. Отсюда нахер. Ага. Ну да. Дик, ты на связи? Да, я здесь. Что такое? На нас напали. Упокоители. Несколько десятков, а то и больше. Сраные упокоители. Та девчонка, за которую ты так переживал. Лиза, стой, погоди. Что случилось? Где Лиза? Ее забрали. Увели ее и еще троих. Элкай проследил за ними сколько мог. У них убежище в Белнап Крейтер. Он вернулся, чтобы собрать отряд, но... Короче, слушай, я видел, что эти уроды делают с пленниками. Я ждать не буду. Thank you.
Хранители, куда вы дели девчонку? Если вы ее тронули, клянусь я. Да чего уж там, я вас, твари, при любом раскладе урою нахер. Держись, Лиза, я иду. Это Лиза уронила. Уж точно не кто-то из упокоителей. Маленькие следы, женские. Это Лиза. Они протащили ее здесь. Если вы что-то сделали, ублюдки, я вас всех до одного поубиваю. Ищи теперь свой путь. Они мертвы, урод. Они не вступят в вашу долбаную секту. Сюда? Они затащили ее сюда? Сволочи, что же вы делаете?
Свободные правят миром, да? Мертвые ничем не правят. Нет, она не здесь. Где ты, Лиза? Кому-то нравятся пушки. Она должна быть где-то здесь. Мне лучше ножом, чтобы кровь текла. Показывать им путь. Никто к вам не примкнет! Вот я тебя и нашел. Могу путь указать! Держись, Лиза. Что бы они с тобой ни делали, ты только держись. Свобода! Кто-то рядом. Лиза, держись, я иду. Сюда. Наверняка она там. Лиза где-то там наверху. Лиза, я сейчас.
Что тут у нас? Лиза, вот ты где. Господи, что с тобой сделали? Лиза! Лиза! Эй! Милая! Эй, молчи! Лиза, это я, ну Дикон, помнишь? Дикон. Дикон. Все, тихо. Не бойся, все будет хорошо. Ты цела? Черт, бежать можешь? Знаешь, где домик администрации? Там рядом мой байк. Прямо сейчас ты туда побежишь со всех ног. Со всех ног? Только не останавливайся. Готова? Да? Беги. Лиза, быстро прячься! Я тебя освобожу! Лиза, беги! Беги к домику администрации! Беги к байку, давай!
Все, ушли. Ты в порядке? Нет. Слушай, к югу отсюда, на Лост-Лейк, есть лагерь. Там не так, как в Хот-Спрингс. Железный Майк не похож на миссис Такер. Ненавижу миссис Такер. Там ты не будешь одна. Это хороший лагерь. И там безопасно. Ладно. Держись. Рики! Рики, ответь! Ты еще на этом канале? Лагерь Lost Lake, ответьте! Дикон? Давно тебя не слышала. Что тебе нужно? Короче, приезжай уже. На шоссе Каскейд, на пересечении Солт Белл на Проуд. Я сейчас еду туда. Знаешь, что сказал Майк в ту ночь, когда вы с Бухарем уехали? Ну да, точно. Вот поэтому я связался с тобой, а не с Шиза. Майку не нужно об этом знать. Тут со мной девочка. Что? В смысле, девушка, выжившая. Она уже давно в Одище. Ты нашел выжившую и хочешь привезти ее в Lost Lake? Это ты привезешь ее в Lost Lake, а я привезу ее к тебе. Рики, ну что? Да, ладно, я выдвигаюсь. Конец связи. Рики, ну да, рад был поболтать. Тебе там понравится, обещаю. Я говорю, Майк нормальный мужик. Любит поорать, но ты просто не обращай внимания, поняла? Ладно, там есть один тип, Шизо. Если он будет к тебе лезть, просто скажи Рики. Или скажи Эдди. Она у них за доктора. Вот, скажи ей. Эдди, она хорошая. У нее есть лекарство всякое там, чтобы обработать порезы, чтобы не было заражения, понимаешь? Они тебе помогут. Можешь на них рассчитывать. Даже если ты, даже если где-то налажаешь. Ладно. Привет, Рики. Привет, Дик. Я удивлена. Такер перестала торговать рабами? Лиза, это Рики. Она отвезет тебя в безопасное место. Ничего не изменилось, Дик. Железный Майк тебе за это не заплатит. Да при чем тут ты? Я же не про... Разреши. Это же совсем другое. Дело же не в деньгах совсем. Mm-hmm. Просто забери ее, а? А что с ней, Дик? Ну, короче, ее... Поймали упокоители, и я... О, бог ты мой. Ну, Лиза, привет. Я Рики. Скажи, ты любишь рыбу ловить? Я вот обожаю. Больше всего на свете я люблю рыбачить. Хочешь, вместе пойдем? Да? Я расскажу тебе про Lost Lake. Знаешь, вода в нашем озере просто чистейшая, а рыба... Бог ты мой! Рыба на рассвете прямо скачет вот до сюда. Увидишь, там тебе очень понравится. Давай, держись покрепче. Готова? Большое тебе...
знаю, пропустить. Я все там застирал. Зато завтра будет во что переодеться. Эй, о, Дик, рад видеть. Эй, Мэнни. Извини, сплю на ходу. Лады. Увидимся, Дик. Рад видеть, Дик. Дэймон. Неплохо. Я могу предложить еще что-нибудь. Я эту пушку приведу в порядок. Одно улучшение готово. Стоящая вещь. Класс. Ладно. Пока, Дик. Дик, слушай, у меня есть кое-что интересное для тебя. А это вряд ли, Коуп. Я занят. Тебе не интересен лагерь упокоителей? Прямо здесь, в каскадах. Упокоители здесь? Где? Я знал, что ты заинтересуешься. Слышал, вы с Бухарем на них неудачно нарвались. Кстати, а чего Бухаря-то не видать? Где, Коуп? У Separation Meadow. Первый их флэг засекла. Ты ведь ее знаешь, да? Была на вылазке и увидела их лагерь. Не волнуйся, я ими займусь. Эй, что нужно? Извини, сплю на ходу.